Привет, девчонки! Сегодня я хочу показать, как я снимаю шаблоны с цветов. Вот у меня тут есть Энотера, так называется. Это я во дворе цветочков сорвала. И вот буду с них лепить цветы. Отрываю лепесточек. Аккуратненько. Тычинки снимаю, чтобы нам ничего не мешало. Беру такую бумажку белую. Так, надо подвинуть, чтобы видно было. Лепесточек. Берем лепесточек. На это уберу, на это, а то она двигается. Так, вот. Лепесточек прижимаем так пальцем. И обводим ручкой такими пунктирами. И так постепенно по краешку лепесточка. Вот можно как-то удобнее, но я так делаю. Просто плотно прижимаю, продвигаюсь дальше, смотрю, чтобы не сдвинулся. И такими точечками обозначаю край цветочка. Потому что сразу так не нарисуешь. Вот мы нарисовали шаблончик цветочка, лепесточка, то есть обводим. Немножко здесь я вижу, что ушла. В общем, теперь вырезаю. Так, вырезали. Смотрим, подправляем. И приклеиваем плотной картонкой. У меня из-под краски такая картонка осталась. Я оставляю, потому что эта сторона здесь гладкая. Ее очень удобно прикладывать к глине, она не липнет. На эту сторону. Просто смазываю клеем. Подвину. Клеем смазываю наш шаблончик и приклеиваю к картону. Стираю. Приклеили. Конечно, всегда подписываю. Надо подписать тоже, чтобы знать, что за цветочек, сколько лепесточков. Это все понятно, я думаю. Приклеили, вырезали. И уже у вас готов шаблончик цветка, пока он не завял. Так, у нас 4 лепесточка. Название Энотера. Тера. 4 штуки. Вот. Вот так у меня шиповник, листочки, все вот шаблончики я все храню. У меня целый набор. Сейчас покажу, сколько у меня шаблонов. У меня целый. И очень удобно так хранить. Не так, как вырубки. Очень много места занимают. Эти занимают очень. Здесь у меня они
рассортированы. Орхидея, нарциссы в отдельных конвертиках. Венерин башмачок, орхидея малева. Листы. Это шаблоны другие. Здесь у меня орхидея, онцидиум, котлея. Все, что я лепила. Орхидея нобили. Здесь у нас это пион, который я сделала, еще не лепила. В скором будущем собираюсь слепить и вам снять мастер-класс. Так что вот тоже можете эту вот такую взять себе на вооружение, что очень удобно работать с шаблонами. Очень удобно работать с шаблонами. Но пока не завял цветочек, я заранее сделаю тычинку. Потому что тычинку я, чтобы запомнить ее, чтобы она у меня осталась. Здесь очень интересная тычинка. Вот как мы видим. Тычинка такая интересная. И пыльнички такие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Кажется, что много. И вот центральный такой очень интересный. И прожилочки очень необычные. Они так видны. Вот. Собираюсь его тоже слепить. Как подготовлю мастер-класс, так сразу вам и покажу. Потому что пока я должна попробовать слепить, продумать, как такие интересные чеширистники. Непонятно. Такой интересный, да? Два чеширистника. Или что-то нет. Это двойной. А тут один. Очень интересно. Все цветы настолько необычные. Вот они мои модели. Я во дворе возле дома у нас клумба такая красивая. Там для меня полно моделей, которые я собираюсь слепить и вам показать. Смотрите, какая красота, да? Вот, я сейчас шаблоны с нее сниму, изготовлю тычинку и слеплю цветочек сначала сама, а потом вам уже покажу. Так, еще у меня тут есть это мальва мускусная. Мальва, я так поняла. Да, мальва. Вот она какая тоже необычная. Какие прозрачные-прозрачные листы, посмотрите. Да, тут надо будет окрашивать глину. Очень слегка-слегка, чтобы... И какая тычинка. Необычная, красивая какая. Розовенькая, фиолетовая. Обожаю рассматривать цветы. Ну и чеширистнички. Нормальные 5 штук, как обычно у цветков. Бутончики. Какая пыльца. Пачкается красиво. Листики такие необычные, тоже красивые. Ой, и ромашечки. Так, надо поставить их пока в воду. Хотя там еще много ромашечки маленькие. Там целые кусты такие красивые. Пахнет так кто-то. Наверное, мальва. Это мальва. Запах мускусный. Ой, какой запах у него. Ой, аж сильный и резкий. Так, ну зато красота. Так, хорошо. Вот я вам показала шаблончик. Это такой коротенький мастер-класс. Так что, если хотите слепить, чтобы у вас был цветок похожий, натуральный, снимайте шаблончики. Шаблончики снимайте. Изготавливайте тычинку. Ой, сразу надо, ой, падает у меня. Сразу надо изготовить образец цветка, чтобы потом уже можно было лепить несколько штук или букет, что вы там собираетесь сделать. Вот такой сегодня у нас коротенький мастер-класс. Вот, всем успехов, пока, девчонки. До новых встреч!